Любишь кататься, люби и 30 раз присесть. В московское метро теперь пускают бесплатно, но только тех, кто в хорошей физической форме. Автомат, установленный на станции Выставочная, выдает билет на одну поездку за 30 приседаний. Обычный билет стоит как раз 30 рублей. На автомате олимпийская символика, так как это проект Олимпийского комитета России, приуроченный к зимним играм в Сочи. Теперь олимпийцам может почувствовать себя каждый, хотя приседания в программу игры не входят. Когда Олимпийский комитет России разрабатывал этот проект, нам очень хотелось показать сопричастность каждого человека к олимпийскому движению, к олимпийским играм, к олимпийским идеалам. Даже несмотря на тяжелую по сезону одежду, пассажиры московского метро довольно быстро прониклись олимпийскими идеалами. Если постараться и задаться целью, то можно прийти и наприседать себе на месяц или на год сразу, а почему бы и нет? Но спортивным безбилетникам надо спешить. Приседания за рубли продлятся только один месяц и только на одной станции метро.